Очередная покупка, и это уже спортивный снаряд. Лонгборд. 114, по-моему, у нас сантиметров. Точно не могу вам сказать. Колеса 7. Бушинги я не помню, какие там. Навес не буду тоже говорить. В общем, все типа модерново, но насколько это, не знаю. Вам нужно знать только одно, если вы не специалист. Должна быть заниженная дека. Вот так. Объясню почему. Чем выше она, тем сложнее будет отталкиваться. На ней круто катиться с какой-нибудь горы, но если вы едете по прямой либо вверх, вам приходится отталкиваться. Вы будете приседать, тем быстрее у вас нога будет уставать. Ноги поменять вы не сможете. У вас либо будет правая нога, либо левая нога стоять все время на самой доске. Это уже как врожденно, так я понимаю. Я, например, не могу заменить ногу и подталкиваться другой. Я вообще потеряю равновесие тут же. Не забывайте, опасная фигня это. Упасть тоже можно. Особенно если вы катитесь с горы и впереди дорога, надо остановиться, научитесь тормозиться. Это очень важно, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда у вас доска улетит и в чью-нибудь машину. Неприятное ощущение совершенно для вас будет финансовое, в первую очередь. По воде не покатаешься, а если покатаешься, все будет грязно. У них стоят подшипники, от которых такой прикольный накат. Если они повредятся, то вам придется 1700 или там 1500 выкладывать за 4 штуки и менять их. Что не есть, тоже хорошо. Берегите в первую очередь подшипники, поэтому по воде не катайтесь. Таскать ее тоже неудобно, когда она большая. Можно взять короче, если вы из пункта А в пункт Б берете, как и я взял, для передвижения. Ни для чего другого. То есть я не являюсь спортсменом, не увлекаюсь этим. Это просто транспорт. Подытожим. Не заморачивайтесь по поводу деки, подвесов, бушингов, колес как таковых, из чего они состоят. Для нас это не имеет никакого значения. Мы с вами не профессионалы. Для нас вперед, ветер в лицо. И все будет замечательно. Надо воплощать вашу мечту. И плюс ко всему, если кто-то хочет сбросить вес, прекрасная штука для того, чтобы воплотить все это в реальность. Вспоминаем, заниженная дека, большой диаметр колес. Это только для одного, чтобы в парке вы могли покататься, а не через 10 минут уйти домой. Спасибо всем и удачи!